А сейчас у нас утро. Утречко, ждем, пока загрузится. Это вечером я ехал и включил в депо. А утром я могу ехать и, например, включить все, погасить 2. И тогда у меня ничего сбоку не светится, ничего. А могу, например, взять, включить хоть что. Это что у нас тут? 38-й. Включить, например, русский корабль. И с ним взять и ехать на маршрут. На маршрут. Оно сбоку у нас и спереди написано. Или же могу взять и просто включить маршрут, например, 24-й, любой. Включить его и ехать с ним. Все. А сейчас я выезжаю вон туда, на маршрут. Нажимаю маршрут, ищу свой. Ищу вот 24-й, включаю на пуск. Выбираю, написано конечную дравцы. И у меня сейчас высвечивается сбоку Ужну-дравцы. А можно сделать наоборот. Например, если еду оттуда, выбрали, на пуск нажали. И теперь дравцы Ужну. Все очень легко и просто. Но сейчас у нас, мы едем сейчас на дравцы. Выбрали и поехали. Можем взять и выбрать вот все их вручную. Отщелкать и выбрать вот эту остановочку. Она у нас называется Эпицентр. Озерная, не наша. Ой. Модуль. Эпицентр. Есть. Все. Заводим. И едем на нашу остановочку. Вот мы заканчиваем маршрут. У нас все вышли. Теперь вбиваем, теперь ищем в депо. Есть у нас обед в депо, на пуск, все, и можно ехать в гараж.